И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Скерче. Я рассчитываю на то, что сегодня будет последняя серия на Скерче, так как сегодня мы пойдем на Мантикору. Да, не получилось притомить Феникса. Ну честно, сколько я летал по карте, я его даже ни разу не видел. Ну, типа, кому он огненную птицу не заметит, ага. Короче, пойдем на Феникса. Пойдем на Мантикору на вот этих бровых булыжниках. Короче, я насобирал здесь когтей по 32. Пойдем, да, как я и сказал, да, можно убить одного альфа-чая, и ты получишь все. Но я хочу убить всех поочередно. Ну и это во-первых. Во-вторых, мы на гамме протестируем эффективность этих четырех големов. Ну, если что, у меня есть хороший дробаш, который не кисло так разнесет ее. Я надеюсь. Кстати, да, у меня тут еще сейчас выпали ботиночки, но я опять по крытам пробежался. Выпали ботиночки на 1500 брони и 1500 прочности. Возьмем гранатомет, я не знаю зачем, пускай будут, да пофигу. Противогаз, кстати, я что-то не затестил на ядовитых вивернах, работает он или не работает. Так, вас нету. О, да у меня только в одном. Ну вот эти штуки. Просто мне нужно будет их тпхнуть на синий обелиск. Конечно, я могу тпхнуть их по-другому, но... Я хочу так. Так. Вот в тебя. Да, посмотрите еще. У меня почему-то камня не было в кормухе. И они были голодные. Я прихожу, смотрю, они голодные. Такие. Че за нафиг? Так. Подготавливаемся. Я пойду... А тут в целом-то разницы никакой нет, на каком я пойду. Они все плюс-минус одинаковые. Единственное, что да, есть некоторые послабее, есть некоторые посильнее. Как вот, допустим, вот тот самый сильный в плане прокачки. Разницы никакой нету, на ком я пойду. Так, ну-ка. А, нет, это было написано. Так, ну что? Погнали на обелиск, давайте будем с синего обелиска, хотя можно с зеленого, ближе. Кстати, реально, у горного элементаля нету пола, и они белым, а у богомола пол появился. Кстати, не знаю, как давно, но вот как-то так. Абэх, не ударился. Такс, да, в радарчике я тоже туда закинул. Такую штуку, ну, чтобы было. Кстати, сюда-то можно было и закинуть все эти артефакты. Ну да бог с ним. Вот это точно я могу все сюда закинуть. А за артефактами потом сгоняем. Потому что вот 10, 20 и 2. То есть 32 когтя нужно. Погнали! На гамача. Гамач. И посмотрим, что из этого выйдет. В целом, кстати. Так, нет. Ставим нейтрал. Ставим нейтрал. Оп. И все за мной. Сейчас должны туда-то пихнуться. Так, прогруз произошел сразу махом. А вот это, слушай, интересно. А я даже не знал, что големов нельзя. Ну и пошел ты. Я реально не знал, что големов нельзя. Слушай, у них даже нигде это не было прописано, либо это было прописано, а я такой лошара. Но... Мне пофигу. Блин, даже реально интересно. Почему? Почему големов нельзя? Ну да, ладно. О, кстати, стоим бы. Я что, зря с собой это таскаю, что ли? Так, я что-то... А, во. Звук в наушниках. В целом тактика какая? Блин, смешно даже что с этими. Вот эти червяки, они сюда не залазят. Вот на вот эту часть они не залазят, червяки. И по сути здесь можно от них прятаться. Но почему он здесь? Черт его знает.
Да уж. Вообще-то страшно, если в что. Кисо, я тебе говорю, мне страшно. Иди в жопу, иди. Так. Так, ну... Этот от отравления не спасает. Дурная кисо. А вот... О, а здесь он не пролазит. Да дурная ты, скотина. Не-не-не-не-не-не-не. Вот я не договаривался, что вы здесь будете тусить. Так что идите взад. Да ты что, дурной что ли? Да я сказал, иди в жопу. Ты иди сюда. Так, окей. Големов нету. Чё, тогда, ну, можно богомольчик их попробовать. Сгонять еще за одними артефактами и проверить на богомолах. И в чем проблема? Они... эта овца оглушает. Ты меня пугаешь. Знаешь ты об этом? Не знаешь, но ты меня пугаешь. Урон она не носит вообще ни о чем. Ну, сами видите, там 6 и так далее. Это понятное дело. Основная ее проблема... Вот. Экс. Пошла ты. Основная ее проблема — это торпор. И почему он торпор не накидывает, я не знаю. На меня, в смысле, не накидывает торпор. А вот, накидывает. Но... Мало. Мало накидывает. Блин. Вот серьезно. Серьезно. Не работают. Чертовы. Сраные. Големы. Такого фига. О! А вот вы тут работаете! Да пошла ты, овца! Убью тебя, и сдохнут они! Ох, матерь божья. Зато ихние големы появляются здесь. Интересно, почему нельзя на голему? Экс. What the fuck, я здесь пролезть не могу. Ну, печалька, беда. Так, чё я здесь... Так, ну шлемки, это понятное дело, флаги, о, ботыночки, давай ботыночки, и щит мультикор, да, хорошо, что я ногами протестил, вот сейчас бы на альфа-че бы я бы это, того бы, огребся. Так, подожди-ка, что там мне насаживают, ваш, оцепление растет, это моя стойкость так это спасает. Плюс еще может вот это вот иметь какое-то это сопротивление. Но вы посмотрите, просто как она броню мне снесла. Ах, ужасно. Ужасно. Ужасно было страшно. Дурная тварь. Там. Ты что творишь? Хорош, хорош, хорош. Такс. Да все, ты стой на месте. Так, ну. Я серию снимаю заранее, поэтому да, не спорю. Вы где-то писали в комментариях о том, что бла-бла-бла, не работают. Я серию снимаю заранее, да и в целом я тут вообще 3 дня не заходил в арк. Решил от него отдохнуть. Да уж. Так, так вы зацепитесь все, интересно? Не, не зацепится. О, похавать надо. Короче. Ну, кстати, твоих зацепил. Короче, будем что-то придумывать. Что-то будем придумывать, потому что... Ой, блин. Я даже план Б не придумал. Реально, я даже план Б не придумал. Я читал про летунов и так далее, что с ними что-то дерьмово будет. Ну, сложно. Но я не думал, что будет беда именно вот с этим. Да, можно виверн на вивернах сгонять. Ладно, сейчас подумаем, что можно придумать. Виверн на рапторах же. Богомолы, либо виверны, летуны туда, по идее же, можно... А, подожди, мне нужно в дом зайти. А то уже в глазах потемнело, нифига себе. А чё это так у меня? О, 15! Это у меня из-за этого у меня так темнело все. Блин. И да. Ладно, сейчас подумаем.
и продолжим. А хотите прикол? Богомол, яйцо. Я не помню, с какого момента вообще все это дело произошло. Как бы вот это вот они, богомолы, стали выносить яйца. Выглядит оно, кстати, вот так вот, типа вот яйцо, и оно в чем-то лежит. Это прям вообще непонятно. Кстати, давай что-то попробуем. Он не отдает. Вот. В общем, не знаю, с какого вот момента стало. Но мне помнится, богомол не мог не выносить яйца. Но не в этом суть. Я притомил 6 богомолов. Там 116 левел, там что-то было. А вот 106... так. Там 167. Слушайте, у них вроде бы показывало, какой у них левел изначально был. Или мне показалось. Нет, это каким я притомил. В общем, был 100, 116, там где-то 96 что ли был. Все самцы, одна самка. И да, вот сейчас надо еще полчаса ждать. И вот сейчас еще одна самка вылупится. Это прям что-то с чем-то. Прям реально что-то с чем-то. Мини-богомол. Блин, погоди, няня бы. Няню бы. У меня волос нету. Черт. 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 Нету волос, чтобы сделать няню. А, короче, решил. Короче, давай вот так вот все-таки это. Чё мне няня там? Няня там первый. Ой, первые 5 секунд там что-то делает. Вылупить. Так. Заклеймить! Ей! Ей, ты посмотри! Ты. Сейчас, погоди, 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 погоди. 4. Так, так, и. О! Так, погоди, сейчас бы не промахнуться бы кнопкой. Так, целить, да, все правильно. И смотри. Ой, ужас. Короче, да, топлю богомолов, что пойду на богомолах, короче, ну все нафиг. На Вике нету, я не на русской, на английской Вике нету. Не в статье про этого. Так. Сейчас, секунду. Не про этого. Не про мантикору, не про этого. Емать его, как там, господи, про элементаля, короче, горного. Не написано нигде. Я всю статью прочитал, и ту, от и до. Там куча всякой говной информации про то, как лучше, как не лучше, точнее, какие характеристики, вот это вот и все. Там огромнейшая статья о том, как там, но нигде не написано о том, что мантикора не канает. Вот. Они и мантикора несовместимы. Значит, я не ошибся. Ну ладно, пойдем на богомолах. Да, у них выносливость, точнее, оглушение очень маленькое. Ну, что поделаешь, посмотрим, что из этого будет. Я рассчитываю на, во-первых, мои настройки, во-вторых, на огромнейший урон, потому что я рассчитываю все-таки найти мечи. Не знаю, сегодня или завтра я в итоге пойду продолжать на мантикор. Ну, в смысле, в этой серии. Я хочу всех мантикоров забить в одну серию. Вот, я имею в виду день съемок. Но, как бы вот. Потому что я сейчас вот хочу еще одного богомольчика вылупить и искать мечи. Желательно рецепт на хорошем мече. Если я найду на хороший рецепт мечи, то это будет просто кайф. Неимоверный. Да. Ну, как-то так. Выращиваем богомолов. Сначала томим, потом выращиваем, потом будем мочить эту летающую тварь, которая не пускала моих клевых парней, которых я томил. Кстати, я с ними столько мучился, я с этими богомолами так не мучился, сколько хотя бы с одним из них. Надо было сразу богомолов томить и нафиг все. Короче, ой, короче, короче, прошло 1,5 дня. Я сейчас покажу, вывел богомолов. У меня вот те первые богомолы вот там, в таком
импровизированном загончике стоят каждый в своем. Здесь у меня выведенные богомолы, каждый из них выведенный. У них, во-первых, характеристики качаются лучше. Во-вторых, скорость передвижения четко побольше. И, в общем, они в целом получаются мощнее, так как у них привязано 100%, а это, как вы знаете, броня, все дела. Сделал броню, хорошую броню на 318, то есть как бы... Стоп, это фигня броня. Забудьте они, там 330, вот это все, это фигня броня. Погнали, покажу, какая у меня броня есть. Честно сразу говорю, не знаю, какой длины будет выпуск, возможно, большой. Вот на броне. Ну, не знаю, она багнулась. Создавал ее в верстаке, потому что руками создавать там просто дофига веса нужно, а я все сбрасывался в навык изготовления. И смотрите, то есть бонус навыка изготовления 83%, 88%, но у всех броня почему-то 352,7%. То есть она багнулась. Вот я из этой брони делал вот эту броню. Она багнулась, и в станке она создавалась вот так вот вся. Проблема номер два. Мечи. То есть вот это я нашел, пока я бегал, мечей нету. То есть ни одного оружия нету. В итоге, кое-как, погнали сюда, кое-как я нашел вот этот. Я, можно так сказать, часов... Дофига, короче, часов, наверное, часов 7 общего. Я летал, искал. И кое-как нашел вот этот. Хотя бы этот, синий, прикиньте, синий. Не было мечей вообще. Серьезно, дел всякого говна полно. Ничего нету. И, то есть, вот, здесь всякого говна у меня полно. Мечей не было. Ни мечей, ни пик, ни топоров, ничего. Одно только этот серп, но серп он намного... Легендарный серп, тот на 250 урона, который я до этого показывал, богомолик был. Он хуже, чем обычный меч. Ну, только прочности больше, и все. В итоге, короче, вот это вот я насоздавал. Вот здесь вот я создавал машинным путем. Ну, то есть, вот, я закинул сюда. А в чем самый главный прикол? С рецептами раньше такого я не видел. Может, такого и не было. Но их можно создавать в инвентаре. То есть, если у тебя есть чертеж, ты его создаешь теперь в инвентаре. Я не помню, чтобы такое было. Слушайте, кстати. Допустим, вот это точно я не могу создать. Да, вот это только в станке, видите, да? А вот это... Слушай, а какого фига? А меч я могу? Слушай, а может я меч так могу создать? Нет, меча нету. А меч я могу? Я седло богомола создавал в инвентаре. Камон, я потом уже додумался в верстак засунуть уже последние, которые. И, короче... как видите, то есть вот 200, то есть здесь почему-то это сработало, то есть нормально, то есть бонус он сработал. Но, смотрим, здесь самый большой это 208. Если подняться наверх вот сюда, я в дробилку все скинул, вот это тоже все мечи созданные. Здесь, как вы видите, тоже вот 217 есть, это я все создавал руками, при тех же характеристиках. Это самый топовый вывел сюда, и вот он самый топовый. Все, то есть, ну, по сути, это в чем-то даже легендарочка у меня получилась. И вот такой вот урон. И еще раз. У меня есть серп, который легендарный. Где тут у него... Вот же говно, сейчас, наверное. Во, нашел. Вот такой вот у меня этот серп. И вот он хуже, чем обычный, просто изготовленный меч. Простой. Вот он хуже, с 250 урона. По крайней мере, для богомола. Да, я тут нашел, оказывается, у меня еще легендарный меч был. Я, видите, вот все, которые мечи сохранял, то есть я их все сюда. Отвлекаю, блин. Короче, все мечи, которые у меня были, я их всех сохранял. Пики, мечи, чтобы было хоть чем-то снарядить их. И вот на легендарку. Ну, вы видите, да? Урон чуть побольше, зато прочность намного меньше. То есть прочность меньше, это значит, она сломается. Я могу взять на богомола, который будет у меня, вот этот меч. То есть я могу переэкипировать. Они потом это не смогут сами сделать. Поэтому вот как-то так. Короче, жопа полная. Я также сгонял, еще взял артефакты, сейчас вот они артефакты, возьму их и сгоняем еще на это, на гамму снова, и попробуем вальнуть его, то есть посмотреть, как этот стак богомолов работает, то есть отработать некоторые техники в плане атака, не атака, и все в таком духе, то есть это попробуем отработать.
Кстати, очень много самок рождалось. То есть, смотрите, здесь я томил самцов большого много. Есть у меня только вот один самец, остальные все самки. Я не знаю, как это так получилось, но это прикольно. Как минимум, это необычно. Вот, а те вот, я говорю, то есть, как бы, те, которые я томил, я им вот такой вот загончик сделал. То есть, там, по сути, 4 на 4. Вот, и вот такой вот вперед, ну, то есть, маленький крышу сделал. Короче, сейчас погнали, я их снаряжаю новыми седлами, новыми мечами, и погнали уже тестить гамму, что как в игре. Так, ну что, давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, 254, вроде бы ты, отлично. Так, стоят у меня все на нейтрале, так, сделаем поярче сразу же. Ну, теперь я могу спокойно стоять и обстреливать. Время здесь бесконечное, но на это 20 минут вообще идет. Вопрос в уцеплении. Так, отлично. Пока не стреляет, это хорошо. Ты что там, серьезно что ли встал? На воздух приземлился гнида. Так. Да ты... Сейчас серьезно, да? Я не хочу туда своих братанов кидать. Сестру братанов, блин. Ну, типа, камон. Там червяки. Не, ну... Да ладно, я как бы... Я знаю, что эти червяки у меня разлетаются вот так. Так как они хорошо прокачаны, и настройки, и это... У меня как бы вообще расчет под обычные мечи, чтобы с двух ударов они убивали этих... червей. Я на червейках качался. Кстати, если бы в реальном бы арке был бы такой персонаж, как у меня, то... Отлично. А, не та кнопка. О, давай. Братаны, сеструли. Вперед. Вот такие. Так, стоп. Спасибо. Сюда ближе. Ну, примерно вы поняли, да? Вообще лучше всего стоять вот здесь. Так. Так, камни, братва. И раньше они сюда не залазили. В чем весь прикол? А, у этих всего 8000 хп! Они дрящевее, чем те. Такс. Эти червяки дрящевее, чем те. Офигеть! Ратва, мочи его! Ой. Это было жестоко, да? Так, стоять. Пассив, ко мне. Я просто хочу отработать тактику. Ну ты, вот сраный трупак, а? Может, уйдешь как-нибудь отсюда, козел? Так, ну на присвисте они атакуют. Просто я туда этого тестил, они не атаковали на присвисте. Так, отлично, еще два червяка. Но червяки, вы поняли, что здесь уже для меня не очень. В целом, с хорошим оружием червяки здесь не очень. 8000 хп это вообще прям ни о чем. Ну, даже альфа червяки с хорошим уроном ни о чем. Там 27000 хп у них всего. Ну, кстати, кератин фармлю. Нафиг он мне не нужен, но фармлю. Очень тяжело приземляется, соответственно, здесь самое главное это вот хороший дробовик. Торпор. Видите, оглушение как накидывается, и дробовик. Ну вот и големы пошли, да? Отлично. Торпур, как видите, урон вообще ни о чем наносит. Братва, мочи его! Отлично, набросились. Чем богомолы хороши, они прыгают. Да, они маленькие, но они прыгают. Ну, отлично. Сейчас посмотрим, какое у них у оружия. Да кому они столько урона наносят, что прям не кисло. И не кислый урон я внес с помощью дробовика. Ну что... Погнали на других. Главное, чтобы сейчас камера не забагалась, как тогда. Но у меня забагалось, что все было сверх ярко. И гамма была какая-то. То есть я заходил в темное помещение, там было просто чернота. Даже на вот такой гамме. Даже днем. И я не знаю из-за чего. То есть в прошлом лету мне пришлось выходить с карты и заходить по новой. Да, кстати, на локалке все кидается в инвентарь. Ну, понятное дело, еще одни ботинки. Все кидается в инвентарь. Я с собой щит взял. Ну что, ну возьми тогда щит в руки. А ты можешь его экипировать? Нет. Погоди, а если я... Сейчас проверим.
если я возьму в руки меч. Меч. А, блин, погоди. Не-не-не-не. Так, погоди, а как у меня. А, если вот так сделать тебя. О, а так он с щитом. Ты смотри. И щит, короче, и меч, и. Да-да, вот так вот. И это тоже с мечами. В три меча, короче, будем глушить их. Но камера, походу, забагалась. Это беда. А с другой стороны, какая разница? Хватит же замочить. Видите, в темных местах прям вообще очень темно. Вот, на сверхяркости это особенно видно. Это забагалась яркость, а не гамма. И это из-за теплового удара. Дальше хуже. Ну да пофигу. А в чем прикол? О! У меня. Ну вы сами видели, кнопка использовать не горела. При определенном тепловом ударе. Да нет, он только увеличивается. What the fuck? Я не мог ни пить, ни есть. Еще раз повторяю. Скёрч очень баганая игра. Очень баганая карта. Здесь можно просто вот так вот бегать. И ты можешь забагаться. Все. На пустом месте. Просто на пустом месте я просто передвигался. Кстати, от третьего лица не багается, а от первого лица очень часто багается. И все, ты не можешь сдвинуться. Потом разбагивается и все. А, не, вот от третьего забагался. Ну вот просто на пустом месте. Это тупость. И я просто на пустых фундаментах, просто по прямой по фундаменту бегал, я очень сильно багался. На Айсленде я играл, такого не было. Вот я вам так скажу. Ты в целом, я нигде такого не встречал. Что за фигня? Я не знаю. Погнали, короче, на гамму. Такс. Отлично. Вот это мой. Я специально присвистовал на себя. Так. Ну, опять-таки, я же повторю, самое главное, это все-таки большой торпор и дробовик. Дробовик это прям дофига как хороший. Либо летуны. Но на летунах там проблема в том, что это... Пошла ты! Воу-воу-воу-воу! Так, стоять. Отличненько. Кстати, посмотрим сейчас на... Здесь будут червяки какого... Сколько у них будет хп у этих червяков. Так что 8000. Вообще ни о чем. Слушайте, да это... Я бы с обычными мечами здесь поправился. Шутка, конечно же, да. Перезарядка. Обычные мечи здесь, конечно, тоже не очень. Потому что чем быстрее ты убьешь мантикору, тем быстрее это, тем меньше торбора твои единосы получат. О, а ты можешь вот так вот все время повисеть? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну не двигайся. Ты смотри, ей поступ... Ей уменьшенный урон от дробовика идет. Да ну нафиг. Вот это я не знал. А бабочка, ну, Дина сама настоит. То есть, короче, это не как на острове. Здесь от этого... То есть, она сама вносит урона меньше. И ей урон ты вносишь меньше. От дробовика как минимум. Хотя, да, мечи же там тоже они по 4000 били. А это... По мобам я там с обычного меча вносил. По 10000. Даже по тем же самым червякам. А, ну завидели, по червякам 17 тысяч, по ней 4 тысячи. Отвлекли, но добрая пауза спасает. Ну, давай продолжим, отлично. Ты только не разбагайся. Пожалуйста. Спасибо. Не-не-не-не, червяки, идите в жопу. Вы мне здесь не нужны. Червяки, они не могут выныривать на камнях. Ой, у меня, короче, на червяках был прикол такой. Забагал, появилась она за под текстурой постройки. Так она не могла вылезти. И червяк просто не мог вылезти, так как я стоял на текстуре. Ну, вот эти вот всякие развалины там, или, да? И все. Собственно, благодаря этому она там забагалась и не могла вылезти. Классно, мне было здорово. Я был счастлив. Потому что я искал червяков, чтобы убить. Я на них качался. Так, что там у нас? 27%. Твою мать, нужно будет до дома сгонять и остудиться. Вся проблема вот в этом сопротивлении жаре. А!
самая проблема с Керчем. У тебя очень-очень-очень много мобов. О, отлично, големы появились. У тебя очень много мобов спавнится за территорией. То есть у тебя есть граница карты, но, во-первых, она кривая, она вся вот такая, вот такая вот вся. А во-вторых... Так, братва, спасай. А, нет, так, спасай. Ай, давай на агрессор пошли, вот это во все тяжкие. Эх, разнеслись. Так, мне давалось надо поставить всех. Братва, спасай меня! Мочи всех големов! Очень много червяков спавнится за территорией. Меня аж прям это бесило. Другой бы сказал, о, классный червяк за территорией, мне он ничего не сделает. А я сказал, ах ты ж гнида сраная. Вот. Так, братва, вы где все? Отлично. Ну, к ней подходить нет смысла, мне все упало в инвентарь, так как это локалка. Зато я могу... Ай, блин. Все-таки придется вот так сделать. Хоп, хоп. И остались еще только штанцы. Ну, классно же, классно, классно. И почти все грамм получил. Ну, снова щит дали. Ну, хорошо. И да, мне еще нужно будет два... По два когтя залутать, так как... Ну, я же потратил на гамму, я забыл, что на гамму нужно не только артефакты, но и этот. Вот видите, я не могу залезть сюда. Еще по два когтя нужно было. Ну, вроде грозового надо тоже сейчас полутать. Ну, зато этот... Headstroll... Ну, в общем, вот это вот... спадет. Все. Вот я про что говорил. То есть вот это на максимальной яркости. И вот так вот карта багается. Я не знаю из-за чего, точнее, вот, не карта, а свет багается. Гамма тоже не помогает. То есть вот включая стандартную гамму, вот такая вот жопа. Хе-хе. А после перезахода все просто замечательно и ничего никуда не меняется. Да, вот такая вот фигня только еще осталась, но вот... Я не знаю, с чем это связано. Но сходишь к мантикоре, у меня вот такая фигня. Ну, локалки, по крайней мере. На сервере такого не помню. Так. Вот и альпач. Ну что, поехали. Ой. Микрофон попал. Я не знаю. А, кстати, да. Я нафиг решил проверить. Может, от вот это вот от этого эффекта у меня потом камера багается. Надел полностью маскировку. Какая разница, по мне все равно не бьют. Вот, и проверим, что как где. Аудит! Ой, фу, обгадилась, парень. Так, все на пассиву. О, иди сюда. А если ты забагаешься еще раз, тебе будет от этого плохо? Не, мне понравилось, как она забагалась. Но ты это, так далеко-то не улетай. О, дурная ты, хотел сказать птица, но ты ж не птица, ты кошка. Господи, что с тобой? Эй, тебя это, что там, навигатор у тебя сломался, что ли? Ты хотя бы куда-нибудь-то приземлись, а? Ты что? О, иди сюда. Отлично. Братва, братва, мочи, 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 мочи. Давай! Ща! Ща раздербаним тебя. Эп, стоять. Сюда. Давай! А, хотя что, погнали нафиг во все тяжкие. Ой, здесь уже три червяка, прикол. Эк. За мной. Ах ты, гадина. Фарпорт, накидываешь, не кисло. Кстати, вот сколько я, получается, сейчас на грудь принял. А чё-то нифига не принял на грудь. Так, врубил атакуемую цель. Давайте сделаем поярче, а то что-то здесь аренка сама по себе темная какая-то. Ну ты подойдешь сюда или чё? Или я сейчас к тебе сам подойду, и ты сдохнешь. Хай, ты и так сдохнешь. Тоже себе угрозу нашел. Да, брат, блин, мы долго свистели.
блин! Я вообще-то это... хотел на 3 нажать. Нажал на Е по рефлексу. Слышь, ну так-то борзит тот же. А, вот, там накидывает старпорчик, и он все... А слушай, что ты не сильно накидываешь старпор? Неужто это броня помогает? Вот дурное создание. А! Полетел, блин. Так, вот я так могу сказать. От того, что мы стояли здесь... Так, на пассив все. И от того, что мы бегаем там, вообще разницы никакой. Только здесь еще больше шансов, что это... Мы хоть что-то хоть как-то сделаем. Ну что ж вы вот это вот... Так. На нейтрал. А теперь беги. О! Это ты чтоб тебя! Вот... Дурное создание. Не, альфач выглядит все равно как-то это... Повнушительнее, я вот так скажу. Альфач, когда вылазит, вот там... Срань господня страшно, так как, господи, иди сюда, тварь ты, чтоб тебя... Мочи! О, голема поперли. Это хорошо! Это хорошо, что нехорошо! Братва, 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 пассив! Големы хуже всех! Они козлы, они бронированные. Ненавижу големов в этом плане. Дурной ты в кого кидаешь? Так, с не то. Может так хотя бы это? Уже добить тебя, тварь ты плешивая. Иди нафиг. Иди в зад. Не в мой. Оп. Пошел. Перезаряжается еще. Такс. Погнали. Ну почти же получилось. Отвалилась овца. Ой, да ладно, у нее еще анимация после смерти. А там они просто так отваливались. Нифига себе. Ой, ну вот это круто, это круто. Здесь анимация еще после смерти есть. Вот так вот. Классно. Ну, вон, видите, сколько экспы у них. 285. Клево. Не клево то, что у них флаги у всех одинаковые. У меня мечи сломались. Жестко. А, я что там? Я голодный? Нифига себе, она по седаку долбила, не кисло. И что у нас у торпора? Ну, торпор не сильно. Возможно, эта привязанность мне очень сильно помогла в этом плане. И в целом богомолов разводить, камон. Они же раньше не разводились, они вообще были раньше без пола. Я сейчас без пола, походу, делал только это. Всякие, типа, големов остались такие вот. Ну, прям неживые существа. Прикольно. Полетела. Ну что, погнали на базу? Погнали на базу. ТПХМ. Всю братву. Не, смотри, карта, ну, это, свет точно так же багнулся. Прям точно так же. А, видали? Черномазый, блин. Давай, давай, давай. Все подходим, не стесняемся. Постоять. Оп, оп, класс. Ай, всех на нейтралку. Ужас! Перезаход. А, перезашел. Трофейчик. Оп. Ну вот, хорошо. У голов есть разница. Бета. Гамма. О, гамма. Бета и альфа. Альфа такой прям внушительный. Давай даже лучше так вот. Альфа такой внушительный. Бета такой простой. И вот здесь вот такие типа рога красные. Я раньше рога. Ну, такой более яростный. Но флаги, флаги это отдельный тупизм. Вот флаги реально это отдельный тупизм, так как это, ну блин, ну камон, они же разные все-таки. И в итоге это вот так выглядит. Ну, кстати, так поинтереснее даже там дом стал. Вот такие вот дела. Богомольчики. Все-таки богомолы это прикольная братва. Прям до удри. Я их специально выставил в первую группу, чтобы они все были, то есть следовали только, ну то есть если свистану на базе, то только на базе свистанутся. Так, вот вся группа и вот только первая группа, только одни в ней. Вот такая вот фигня. Да. Ну что, это уже
конец, по сути. Вот это вот все и заканчивается на этой карте. В целом, карта, сложно сказать, какая она. Прям реально сложно сказать, какая она. Выставил сюда, чтобы гуляла. Даже не сюда, лучше. Карта, первое впечатление, она баганая. Прям баганая, очень много критов багаются. Вот так вот. Очень много критов багается. Очень много вот так вот бежишь, ты можешь просто забагаться. Прям очень она баганая в этом плане. Но одна другая. А совершенно другая, не такая, как все остальные. Я сейчас пытаюсь пробежаться, чтобы забагаться. Но, как обычно, ничего не получится. Ууу, красота. Такой я красавчик. Да, конечно, это все у меня сейчас исчезнет. Так как я перемещусь, соответственно, без инвентаря, как я уже решил делать. Сдох один раз. Так и на острове, только на острове я сдох уже после, а здесь сдох во время, из-за тупости. Вот, назовем это так, потому что по-другому я это назвать не могу, это было, ну, все-таки тупость своеобразная. Что еще можно сказать? Виверны все-таки прикольные, виверны это, блин, они неуклюжие, они, у них маленькая выносливость, но они прикольные. Големы... Големы прикольные. Горный элементарь это вообще прям отдельная история. Эти куропатки, ну такое. Понравилось томить големов. Мы еще вот с такой системой, с крабами встретимся. Да, на операции нам еще предстоят крабы. Не стал все заметки собирать. Я понял, что я это не смогу сделать, потому что меня это уже раздражает. Поэтому... Погнали нам. А, точно, у меня же это. Смотри. Я же через телепорт тпхуюсь. Погнали! Телепортироваться. Сейчас будет смешно, если меня здесь грохнут просто, короче. Заставлюсь и грохнут меня здесь. Так. Короче. Выгружаемся. Выгружданные игрока. Вы уверены, что хотите выгрузить данные выжившего, это приведет к удалению персонажа на этом сервере и спрашиванию всего режима инвентаря. Инвентаря. Да. Вот. Как-то так. Ну, на этом я уже сам буду, пожалуй, прощаться. В следующей серии уже будет следующий сезон. Будем выживать на операции. На операции я выживал крайне мало. Я на поверхности выбирался там всего лишь пару раз. Это было прям, ну, она необычная карта, совершенно другая. Если в Скёрч он маленький остров, только со своими плюхами, операция совершенно другая, как минимум из-за отсутствия летунов. Это совершенно другой экспириенс будет. Я очень привык к летунам. Летуны это мое все, и любая разведка на летунах. Там же, соответственно, этого не будет. Ну, такие вот дела. Ну что, к новым приключениям.